Александр Ануфриев. В Мозыре приятно всегда играть. Неважно, это домашняя игра или ты приехал туда играть в гости. Там всегда ходит болельщик, он всегда яростно поддерживает свою команду, гонит ее вперед. И ну, там действительно приятно находиться и играть. Такая футбольная атмосфера для чемпионата Беларуси, я считаю, это вообще топ. И поэтому приятно. И приятно, что ну, я даже сам лично знаю некоторых болельщиков и хорошо с ними общаюсь и поддерживаю связь. И поэтому о Мозыре, в принципе, как и о футболе, и как и о городе, очень хорошие воспоминания. Я благодарен, что я провел там какую-то часть своей карьеры футбольной. Пройдя обучение в Сдюшор Динамо и системе Борисовского Батэ, Александру Ануфриеву не сразу удалось закрепиться в белорусской элите. После нескольких лет в Сморгоне и Смолевичах он перешел в Славию, который помог вернуться в высшую лигу. Попал в хорошие руки хорошему тренеру, который умеет работать с молодыми футболистами, указывать на их ошибки, показывать, в чем надо прибавлять. И поэтому так получилось, что был такой прирост. И мы хорошо выступили, и я хорошо выступил, и статистику свою улучшил, и поэтому все пошло вверх. Но первый сезон я бы не сказал, что он плохо получился для меня. Я забивал голы, помогал команде выигрывать в некоторых матчах. Но во второй сезон помешала травма просто-напросто, и поэтому не получилось. И я принял решение перейти в другой клуб. Мы поговорили с тренерским штабом и решили, что для меня это будет лучше. О работе с Михаилом Мартиновичем игрок отзывается с теплотой, называя его футбольным отцом, с которым сохранились хорошие отношения. К сожалению, дальнейший период успешным не стал. В течение короткого времени Александр сменил несколько клубов. Связано с тем, что я очень хотел остаться в Минске, но там не сложилось с тренерским штабом, поэтому я там не задержался. А меня как бы поступило такое вот предложение попробовать себя в Ислаче. И ну, я согласился. И почему я оттуда ушел? Ну, скорее всего, что тренерский штаб на данный момент там выбрал другое развитие. Они хотели звать молодых футболистов, и как они сейчас его придерживаются. Поэтому ну, я принял для себя тоже решение перейти в Динамо Брест. Еврокубки все-таки попробовать себя на той арене. Это для меня тоже был новый вызов. Поэтому так и получилось, что я за год поменял две команды. Следующий поворот в карьере Ануфриева связан с Владимиром Невинским. Под его руководством футболист выступал в дубле Батэ. Перед стартом сезона новый главный тренер Гомеля собирал чуть ли не с нуля состав команды, которая выиграла Кубок Беларуси. Поддерживали с ним общение, общались. Ну, всегда я за ним следил, он за мной следил. Ну, это такое человечище, что с ним тяжело, наверное, быть в других отношениях. Поэтому он как и футболист был хороший, так и тренер хороший. Как-то мы с ним поговорили, вот он сказал, что у него есть такой вариант, но он еще в самом раздумье, он не знал. И поэтому он сказал, что будем на связи. И потом, вот, когда все решилось, когда он назначили его главным тренером, он позвонил мне и сказал, что если хочешь, я был бы рад тебя видеть в своей команде. На что я долго не раздумывал. Гомель — это футбольный город, тут тоже очень хорошие болельщики, колоссальная поддержка своей команды. Пришли хорошие футболисты. Не только хорошие футболисты, но и хорошие люди. Мы нашли сразу общий язык в коллективе. Никаких проблем не было у каждого из футболистов с адаптацией. Мы сразу друг другу помогали. У нас было... Мы все единомышленники, у нас была конкретная цель, которую перед нами поставили, мы к ней все к ней шли. Мы очень рады, что принесли городу такой трофей команде. Мы очень хотели этого, мы этого добились, и это стоило нам больших трудов. После насыщенной событиями первой половины сезона осенний отрезок команда проводит неудачно. Хотя верные поклонники верят, что Гомель еще пошумит под стать обстановке на Центральном. Стадион, болельщики – это, конечно, это просто фантастика. Ну, честно, я здесь получаю очень большое удовольствие, и мне сюда здесь приятно играть. И хотелось бы как можно, чтобы больше было такой вот атмосферы, поддержки у нас в чемпионате. Тогда, мне кажется, и уровень, может быть, и привлекательность какая-то наша чемпионата бы поднялась.